Сквер матери в Якутске стал зоной трезвости. Активисты молодой гвардии «Единой России» совместно с управлением по молодежной политике города отмечают общественные места столицы, такие как скверы и площади, табличками «Зона трезвости». Главная цель акции – показать жителям и гостям столицы, что такие объекты – это в первую очередь места отдыха населения, а не распитие спиртных напитков. Таким образом, молодежь поддерживает политику главы Якутии Егора Борисова за здоровый образ жизни. Участники акции уже обозначили табличками несколько общественных мест Якутска, в том числе площади Победы и Орджоникидзе. Мы не собираемся останавливаться, мы будем дальше ее продолжать. Каждую неделю мы будем выезжать в округа и пригороды города Якутска и привлекать данную молодежь, которая проживает именно на местах, чтобы они приняли участие и сами повесили данную табличку, для того, чтобы они могли своими действиями доказать данной молодежи, что это нужно и этому быть в нашем городе.